Марина, и сегодня есть мой видеовлог. Сегодня я улетаю в Турцию, как вы уже многие знаете. И на самом деле мне очень страшно, я очень сильно боюсь летать на самолетах, так что мне на самолете летать просто дикая паника. Я не могу просто, мне очень страшно. Так что вот, надеюсь, вам этот влог понравится, и я соединю 2 дня, то есть этот день, как я буду туда лететь. В общем, приедем мы с отеля вообще вечером, вот. И также завтрашний день, то есть как я буду там купаться и так далее. Надеюсь, вам будет интересно и оставайтесь со мной. А мы скорее начнем, поехали! Нам лететь не вечером, как я сказала в видео, что я буду снимать летом, или не помню, если честно. Да, вроде что я буду снимать летом, болтовня с Мариной. Вот, я вылетаю в 3 часа дня. Выезжаем мы в 10, то есть через 15 минут мы должны уже выйти. Уже стоять, как бы ждать нас автобус. Мы поедем на автобусе вместе с другой семьей. Вот. Вот. И если честно, я не очень хочу уезжать отсюда. Вот. Ну, как бы не хочу из дома уезжать, не хочу никуда лететь. Если честно, на этом гребаном самолете, блин, гребаном. Очень боюсь, если честно, летать на самолете. У меня просто паника. Я просто очень иначе думала, как бы, что будет, как будет. Я очень сильно боялась. И да, я делала маникюр. Вот такой. Обычно маникюр в Турцию. Потом я его, конечно же, сниму. Типа, он будет некрасивый, наверное, после Турции. В общем-то, вот я очень сильно боюсь, так что пожелайте мне удачи. Я очень боюсь. Мы приехали в аэропорт. Сейчас мы идем, собственно, сам в аэропорт. Будем там уже 12 у нас регистрация. Не в час, а в 12. Я все время все путаю. Я не знаю почему. Мы уже приехали. В общем, мы вошли в аэропорт. Сейчас мы пойдем. У нас мы вроде регистрироваться не будем, так как у нас все зарегистрировано. Пойдем уже садиться на места наши. Нам уже очень сильно будет летать на самолете. Это же. Просто. У нас вылет очень не скоро. Очень не скоро. О, у нас такие в школе стоят. Паспортный контроль у нас сейчас будет. Мы сейчас на него идем. И скоро полетим. Оказывается, у нас 2:30 вылет. Я очень боюсь. Она не боится, да? Она вообще ни капельки не боится. Я до такой степени боюсь, что я даже бы не полетела, если бы у меня была такая возможность. А ты просто вообще не боишься. Не боюсь. А, это таможенный контроль, господи. Мы пошли. Мы с Маргошей бесимся, да, Маргош? Ага. Мам, Лен. И нам делать нечего. Смотрите сюда лучше. И у нас скоро самолет. Я очень боюсь, ты боишься? Нет. Ребят, и мы сейчас, вот это вся очередь на Турцию, как бы Анталия. Как бы, ну, как бы, ребят. Ну, еще да. Там людей, и мы такие посидим мы еще тут минут 20, пока это все очередь даже сосется, и мы уже потом зайдем. Нафиг надо стоять в этой очереди, да? Привет, да. Мы уже сели наконец-таки в самолет, Маргарита и Марина. И наконец-то мы сели, но мне очень страшно летать. Это мы не так сели, в общем, я так всегда правильно сижу. Мы сели не на свои места. Мы сейчас уже все правильно. Хорошо, что мы не около крыла. Все, мы сейчас будем взлетать. Мы делаем. I wanna run away.
Сели в автобус и поедем скоро в наш отель. Я потом его покажу, да? У нас, наверное, самый последний. Нет, не знаю, смотрю, как у него. У нас 2:30, наверное, мы должны ехать. Wi-Fi. Кстати, мы можем тут наконец-то поспать. Примерно ехать 1.5 часа, да? И мы едем кукурузу. Мы, короче, остановились тут. Тут столько мороженого, кукуруза, очень вкусно. И я сейчас на подушечке лежу. И нам еще очень долго ехать. Сейчас. Короче, ребят, мы сейчас ждем, пока нас заселит семейный отель. Потому что нам обычный не понравился отель. Будем брать семейный. Точно так. Мы вообще завтра должны сходить на море, на горки. В общем, завтра вы все увидите. Я вам покажу номер и уже попрощаюсь. И до завтра. Большой привет. Уже 8 июля. И мы идем на море. Точнее, сначала на завтрак, потом на море. I'm sorry if I seem uninterested, or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well-being. I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here. And I can't wait till we can break about the heat. If I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know you mean only the best, and your intentions aren't to bother me, but honestly I'd rather be somewhere with my people. We can kick it and just listen to some music with a message, and we'll discuss our big dreams, how we plan to take over the planet. So pardon my manners, I hope you'll understand that I'll be here, not there in the kitchen with the girl who's always gossiping about her friends. I'll tell them I'll be here, right next to the boy who's throwing up, 'cause he can't take what's in his cup. Я лежу, сижу в нашей с мамой комнате. Вон мамина кровать. А вот кроватка моя. Как бы тут зеркало, потом там еще зеркало, типа там и чайник я сейчас увидел. Не смотри, что это бардак, конечно же, это сделала я. Мама не такая свинья, как я. Она вообще не свинья. Там стоит наш чемоданчик, кто не увидел. Вот он, вот. Вот. И тут несколько светильников, и там еще вот тут телевизор висит. И вообще классно, и два балкона у нас. У нас двухкомнатные там, то есть тетина комната, а это моя с мамой. Вот, и у нас два как бы балкона. И в общем, у нас двухкомнатная. Так что мне это нравится. Вышли погулять просто, сейчас пойдем скоро ужинать. Я сделала свой фотик. И мы сейчас просто гуляем в какие-нибудь маленькие магазинчики, смотрим. Сидим у Марины, в общем, в их номере, и едим такие вот чипсинки. И у нас такой коварный план будет, да? Короче, мы хотели купить, но мы сейчас одним как бы в номере, они там сейчас что-то сидят там на улице. Мы хотим, в общем, купить вкусненько себе домой. Господи, как хорошо, да? Я уже.
уже лежу в кроватке своей. И здесь меня слышно. В общем, я уже лежу в своей кроватке. И мне пора спать. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии внизу. И я вас очень-очень сильно всех люблю. Всем пока-пока!